Добрый день, Фархад. Спасибо большое, что любезно согласились на интервью. Ну, спасибо за приглашение. Ну, первый вопрос. 2022 год почти закончился. С вашей точки зрения, как вы его оцениваете, вот, успехи Азербайджана, особенно на внешнеполитическом поле? Конечно, прежде всего, во взаимоотношениях с Арменией. Ну, 2022 год — это очень сложный год из-за войны в Украине. И в этот период страны, находящиеся по соседству вот с тем регионом, где происходят активные боевые действия, они больше заботились над тем, как бы сохранить нажитое, а не приумножить, развиваться и так далее. Для Азербайджана, конечно, это, то есть при любых процессах есть риски, есть возможности. И я думаю, что в 2022 году Азербайджан смог максимально нивелировать негативные последствия тех рисков, которые все еще исходят из этого противостояния, и по максимуму использовать возможности. Конечно, в этом году и энергетический элемент был очень важен. Это новое соглашение с Европейским Союзом. Это новое соглашение, то есть не по газу, а по электроэнергии, которое было подписано в Румынии. Это очень важный элемент, потому что Азербайджан всегда ассоциировался с нефтью. За последние несколько лет мы начали ассоциироваться с газом, а в будущие годы уже эта ассоциация будет с электрической энергетикой. И важность того документа, который был подписан, можно сравнить с подписанием контракта века, с подписанием Южного газового коридора, потому что тот тренд, который берет Европейский Союз относительно зеленой энергетики, он очень важен. Ну, еще и плюс, конечно, региональный периметр для Азербайджана всегда в приоритете был именно двусторонние отношения, переливающиеся в трехсторонние и четырехсторонние форматы. И в этом отношении мы наверстываем упущенное с регионом, центральноазиатским регионом. Президент Азербайджана в этом году 3 раза посещал Узбекистан, 1 раз с государственным визитом Кыргызстан, Туркменистан, 1 раз Казахстан. Президент Казахстана был с государственным визитом в Азербайджане. И в начале следующего года ожидается визит в Таджикистан. То есть Азербайджан придает вот большое значение этому региону. И плюс, конечно, вот те возможности, которые появились вследствие конфликта в Украине, вследствие войны. Это транспортно-логистические потоки, которые нужно оперативно брать на себя. И в этом отношении Азербайджан проявляет большую активность. То есть много знаковых элементов. Конечно, контекст взаимоотношений с Арменией — это отдельная тема, я думаю, мы ее затронем. Вот. Но если брать в целом этот год, Азербайджан смог максимально нивелировать последствия вот тех проблем, которые возникли вследствие войны в Украине, и использовать возможности. Правильная осада — это когда осажденные начинают пить тухлую воду и есть крыс. Это Ллойд Джордж в беседе с Деттерингом, президентом Shell. Беседа имела место в 20-е годы. Вот как по-вашему, мы не слишком ли церемонимся, что с Арменией, что с недобитыми террористами на территории Азербайджана? В обществе крепнет мнение, что вот, например, Варданяна и Арутюняна давно пора послать туда и Тигован. Или это все-таки излишне, или на их место могут прийти другие. То есть, вот что сделать с ними? То есть раздать им конфеты или все-таки сила оружия, она более убедительна? Хороший вопрос в том контексте, что понимание общества, вот тех процессов, которые происходят. Наше общество в течение 25 лет видело безрезультатные переговоры посредников, которые полностью дискредитировали себя, и сайхо-четырехдневную войну, справедливую сайхо-четырехдневную войну. Что было после этих, вот в течение этих 2 лет после войны,
Мы видим то, как многие страны, круги, там, политические деятели хотят что-то сделать, но у них не получается. Не получается потому, что это не соответствует интересам Азербайджана. То есть за эти два года ни одна инициатива, исходящая извне в отношении Армении, Азербайджана, нашего региона, она не получила развития, так как не соответствовала интересам Азербайджанской республики. Это очень важный элемент. И наоборот, все те инициативы, которые в той или иной степени соответствуют интересам Азербайджана, они находят свою реализацию. В принципе, о некоторых я уже сказал в ответе на первый вопрос. Все разбивается, а вот эту стену под названием Азербайджанская республика, если это входит в противоречие с нашими интересами, вне зависимости от того, какие это страны. Мы не можем конкурировать на глобальном уровне со странами там, Франции, той же самой Российской Федерации, США, ядерные державы, огромные экономики и так далее. Но в этом в этой географии географический детерминизм он играет ведущую, решающую роль, ключевую роль. Вот в этой географии мы можем. И первые сигналы об этом были в 2009 году во время армяно-турецкой нормализации, когда почти что весь мир был, благословлял все это дело. Вспомните процесс подписания протокола, кто стоял за министром иностранных дел Армении и Турции. Но такое единство, я как-то вел такой подсчет, такое единство было по трем темам. По иранской ядерной программе, по КНДР, ядерной программе, опять же, и по армяно-турецкому. Трогательное единодушие. Да. И оно не получилось. Потому что вот в этой географии мнение Азербайджана решающее. И за эти два года мы это увидели. Что касается, да, нашего общественного мнения, я думаю, что вот те процессы, которые вот в этом году произошли, особенно напряженность в отношениях с Ираном, французское деструктивное отношение, и это показатели того, насколько региональные или же имеющие амбиции мировых держав страны, я имею в виду Францию, безосновательные амбиции, вот эти страны, они желают влиять на процессы в регионе, и у них это не получается. Это тоже очень важный элемент. Вот вся эта информационная муть, которую мы слышим, видим, вплоть до военных учений у границ, или же там, заявлений политических организаций, резолюций сенатов, нижних парламентов и так далее, оно не имеет абсолютно никакого эффекта на реальный расклад сил в регионе. Это очень важный элемент. Конечно, вот в буднях мы все это видим, реагируем и так далее. Иногда нашему обществу кажется, что у армянской стороны, например, усиливаются позиции по тем или иным вопросам, или же положение меняется, но все это разбивается, например, 100-150 квадратных метров, я имею в виду, на Лачинской дороге, которую заняли наши экоактивисты и поменяли ситуацию на земле. То есть и это тоже происходит. И мы должны понимать, что раньше, к примеру, может быть, Азербайджан был внимательно прислушивался бы к таким мнениям и так далее, но этого не происходит. В этом году очень интересная вещь. В этом году прошел такой эволюционный путь, например, западного посредничества от в мае и июне месяца тем статуса в кавычках до или же там народа Нагорного Карабаха, опять же в кавычках, эволюционный путь до резидентов Карабаха армянского происхождения и тема там взаимоотношения между Баку и Ханкенде, права и безопасность и так далее. А Минской группы мы уже вообще не вспоминаем. То есть постепенно, конкретными шагами Азербайджан достигает намеченного, но есть противодействие, и это противодействие надо учитывать. Вы использовали замечательную фразу, выражение «замечательная информационная муть».
Вот сегодняшнее заявление Пашиняна, его демарш в адрес миротворцев, он их упрекнул в бездействии на Лачинской дороге и сказал, что можно, наверное, обратиться в ООН, чтобы российские миротворцы получили там или мандат ООН, или же разбавить их какими-то другими миротворческими силами, каким-то мифическим миротворческим контингентом, который будет находиться под международной эгидой. Теперь вопрос, вот именно мне интересно, я не юрист. Без согласия Азербайджана это возможно или нет? Ему ответил уже пресс-секретарь Путина Песков, во-первых. Во-вторых, все это происходит на территории Азербайджанской республики. Это во-вторых. Конечно, есть прецеденты Косово. И они надеются на то, что это случится именно вот в таком формате. Но вы знаете, как долго мы следим за деятельностью Пашиняна, за его мотивами, манипуляциями. В азербайджанском языке есть такое выражение: «Башедушми русянки бу гиждейденды, йохса бижидейденды». То есть не поймешь, это от хитрости или от невежества. Да? Вот он это все говорит, потому что он, по идее, должен прекрасно знать ответы на те вопросы и инициативы, которые он дает. Большая проблема Армении заключается в том, что они не могут решить, как идти дальше. Потому что все равно этот процесс по Лачинской дороге, он должен был быть актуализирован в какой-то период. Но они выбрали не конструктивный путь, они выбрали деструктивный путь. И, к сожалению, мы в течение этих двух лет мы достигаем прогресса по темам мирной повестки дня через эскалацию применения силы. Вот почему я говорю «к сожалению», потому что у нас нет в повестке вот, в течение этих двух лет каких-то решений, которые мы принимали бы в мирной атмосфере, и лидеры стран показали бы обществам, что вот, вот в мирных условиях мы смогли достичь вот такого там, тему разблокировки и так далее. С момента окончания войны блокировка дорог увеличилась. То есть дорога горит Скафан, к примеру. После войны 6 месяцев она свободно действовала. Но они начали по ней провозить горюче-смазочные материалы из Ирана в Карабах. Поэтому она закрылась. Вопрос в этом, что мы не достигаем чего-то в мирной повестке через в мирных условиях. Мы достигаем это через... Вот, или же там дорога в обход города Лачин. Построили же ее. Они же знали, что мы ее строим. Они же видели, что мы завершаем строительство. И им говорили об этом. Они занимают позу и так далее и тому подобное. Складывается впечатление, что Пашинян прекрасно понимает повестку дня Азербайджана, но он идет на вот это противостояние. Во-первых, показать обществу, что я не иду на мир, то есть брать эти голоса, рейтинги и так далее. И во-вторых, всегда разводить руками, что я сделал все, что мог, сопротивлялся по максимуму и так далее. Но... И, конечно, поднимать вот большую бучу с помощью диаспоры, там, заинтересованных стран за рубежом, чтобы было бы такое давление на Азербайджан. И что мы имеем в результате? Максимум, чего они добились, это два раза обсуждение на уровне Совета Безопасности ООН. А для ваших зрителей отметим, что в Совете Безопасности ООН есть три процедуры. Есть просто обсуждение с пресс-релизом. Есть обсуждение и в результате заявления председательствующего. Это такой документ, который ну, имеет какое-то значение. Остается там в архиве. То есть он более весом, нежели просто обсуждение. Да. И третье – это резолюция. Так вот, две инициативы Франции, постоянного члена Совбеза ООН. И то есть, когда она председательствовала там. И сейчас Индии, огромной державы, амбициозные и так далее, которые не постоянно член Совбеза, они привели к чему? Только к обсуждению. Ну тогда логически вытекающий из этого следующий вопрос. Вы в своем недавнем интервью говорили, что вот та система региональной безопасности, которая ну, регулировалась, что ли, ОБСЕ, исчезла, и теперь
в Европе, ну, в Европе это более широкое понятие, нет ни сотрудничества, ни безопасности. То есть мы движемся к хаосу, то есть это война всех против всех. Что это? То есть мы, как бы это, то есть более не менее безопасный мир — это всегда двухполярный мир, или тут возможны какие-то варианты? Вы знаете, мы привыкли к тому, что вот эти большие войны, они заканчивались тем, что или участницы разрушались, Австро-Венгерская империя, после там, Российская империя, после Первой мировой, но не было просто участника, да, стороны войны, чтобы ее продолжать. Или же Вторая мировая война, там пошли над Рейхстагом, флаг повесили, захватили эту страну и так далее. Вот мы привыкли так. При наличии ядерного оружия вот этого не будет. Страны, имеющие ядерное оружие, могут проиграть войну в третьих странах, не на своей территории. Раньше был такой постулат, да, что ядерная держава не может проиграть войну. Но они проигрывали. Во Вьетнаме проиграли американцы, там, в Афганистане оба, и СССР, и Соединенные Штаты проиграли. И здесь, и в Украине тоже намечается вот такая же ситуация. Но после каждых этих войн формировалась какая-то система взаимоотношений на какой-то период времени. Или же там, в 1975 году решили навеки вечное. Правильно же? А сейчас этой системы нету. И это все зависит от устойчивости власти в той же самой России, в Украине и так далее. Потому что есть опыт того, что если власть меняется, приходят люди, которые с пониманием относятся, к примеру, к западным ценностям, там, Горбачев, Ельцин и так далее, формируются вот такие системы. Потому что ОБСЕ — это про СССР. До ОБСЕ это было СБСЕ, это было совещание, это не было организация. Я думаю, вот наши зрители в Азербайджане вот именно на этом примере должны понять, как вот совет тюркоязычных государств преобразовался в организацию. Это более высокая степень интеграции и так далее. А потом уже идут союзы с наднациональными структурами и так далее. Вот СБСЕ стало ОБСЕ. После того, как СССР не стало противника, и сформировалась система взаимоотношений, базирующаяся на договоренностях 1975-го, там, Хельсинский заключительный акт. И эта ОБСЕ, она вот в течение этих двух с половиной, двух десятилетий играла вот эту функцию, в рамках которой должны были осуществляться ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству. Вот, с 2008 года, войны России с Грузией и так далее, вот эта система перестала существовать. Для Азербайджана это 97 год, знаменитый Лиссабонский саммит, когда все страны в ОБСЕ проголосовали за одно, Армения выступила против, решение не было принято. Вот это должно было быть сигналом для этой структуры, для стран, которые стоят за этой структурой. Что консенсусом, окей, это демократично, это там учитывается мнение, но когда страна нарушает принципы и правила, оккупирует территорию другого государства и использует право вето в ОБСЕ, чтобы не урегулировать этот конфликт в рамках принципов ОБСЕ, в отношении этой страны ничего не было принято, ни одной санкции. Ничего. И вот это должен был быть сигналом. Этого сигнала не последовало. Поэтому и национальный лидер Гейдар Алиев, и президент Ильхам Алиев, они всегда говорили об этом. Что вот этот прецедент создаст атмосферу, там, момент вседозволенности для других стран, которые тоже будут нарушать эти правила и принципы, использовать это право вето. Ну, тогда следующий вопрос. У Ромена Гари есть очень интересное высказывание. Европейская культура — это когда детей и женщин, которых будут расстреливать, избавляют от необходимости копать могилы самостоятельно. То есть, это я, собственно говоря, к чему. В глазах что Запада, что России, давайте орёт урах дуйзданшах. Жизнь азербайджанца стоит намного меньше, чем жизнь армянина. В чем причина? У меня есть ответ на этот вопрос. Мы мусульмане, именно поэтому. Вы согласны с этим? Да.
То есть других объяснений, кроме расистских и ксенофобских, нет. Замечательно. Я становился свидетелем этого. То есть глубокие обсуждения. Ну, не вы один, да, все. Да, глубокие обсуждения в Европе, в Соединенных Штатах Америки, когда мы уже там докапывались до всего-всего-всего. В этих обсуждениях гипотетически я себе позволял очень многое. К примеру, я говорил, что, чтобы это было бы ясно нашим зрителям, да, я говорил о том, что окей, вот вопрос НКО там уберем за скобки. Это как-то вот статус будет решаться и так далее. Там вот эти семь регионов, вот эти семь, окей, Кельбаджар, Лачин и так далее, да, там физический контакт, окей, это тоже там на второй этап, да, откладывается. В любых пакетах это было. Ну вот из-за Джабраила, из-за Зангелана вы им ничего не делаете. Вы не давлите. Они не ощущают этого. Не ощущают, что они сделали что-то неправильное. Вы стараетесь их всегда понять, но не понимаете нашу сторону. И сейчас та же самая ситуация. Это продолжение армяноцентричной позиции. Вот в этом проблема того, что в 2021 год был годом провала российского посредничества, 2022 год – это год провала западного посредничества. Потому что в их подходах существует армяноцентричность. И у каждого свои интересы. У России свой интерес был вот этой, в армяноцентричности, потому что это их главный союзник. Для там, Европы и США у них свои внутренние. Вот эти диаспора, голоса и так далее и тому подобное. Этот элемент, он всегда присутствует. Значит, в Армении за публичные призывы к отказу от национального суверенитета планируют ввести разные степени ответственности, вплоть до уголовной. Что это? Это их реакция на недавнюю идею России о присоединении Армении к союзному государству? Или... Не недавняя идея. Ну, да, ну, она была озвучена сравнительно недавно, по-моему, вот на ОДКБ и довольно громко. Ответ Чемберлена. Да. Можно считать так. Можно. Потому что эта идея есть. Плюс какие бы они ни были, они парламентские. Две политические силы в парламенте, они, в принципе, не против этой идеи. И чтобы ограничить их даже дискурсивный потенциал, вот эти ограничения вводятся. И я думаю, это неплохо. Потому что насколько Армения интересна, это парадокс. Азербайджан заинтересован в абсолютно независимой, субъектной Армении. Потому что только независимая и субъектная Армения, которая руководствуется естественными интересами страны, которые в политологической вот, науке называются национальными интересами, они зиждятся на естественных интересах и нахождении компромисса с географией. Без этого национальные интересы, они бывают заменены интересами других государств. И вот Азербайджан заинтересован именно в этом, чтобы в Армении было бы действительно реально независимое государство, которое будет реализовывать внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами. Хорошо, отсюда следующий вопрос. Вот напряженные отношения между Россией и Арменией, в принципе, это праздник к нам приходит. Потому что чем больше между этими союзниками проблем и недопониманий, и мы находимся в ситуации, в состоянии третьего радующегося. Но нет ли тут одной небольшой ловушки? Потому что вот если Россию заменит Франция, Россию-то мы знаем, как она реагирует, мы знаем, на что она может среагировать, а Франция, грубо говоря, менее изучена и новый для нас объект. Вот как по-вашему? В роли это кого? Хорошо или в нет? В роли кого? Ну, давайте вещи своими именами называть. В роли союзника, сюзерена. Союзника сюзерена Армении. Вы это имеете в виду? Во-первых, это физически очень трудно сделать для Франции. Это во-первых. Правда, в YouTube-пространстве было такое мнение, что Франция вплоть до поставок оружия будет осуществлять и так далее. Но как физически это сделать? Через Верхний Ларс? Через Верхний Ларс в Россию дорога идет. Ну, а потом договориться с Россией? Я понимаю, но где Франция физически за последние
10 лет добилась успеха? В каком регионе? Где она физически присутствует? Ну, в принципе, их недавнее позорное изгнание из Мали. Это... Да. Вот это первый элемент. Второе. Хорошего сделать не смогут, но напакостить у них этот потенциал есть. Они, в принципе, этим и занимаются. Поэтому я даже в своих текстах называю Францию абсолютным злом, потому что все политические силы страны, они антиазербайджанские. Там трогательное единодушие. Да. Вот обратите внимание на последнюю ноту МИД Азербайджана. Там есть такой элемент, что правительство Франции должно высказаться по теме призывов политических сил во Франции, призывов к правительству. То есть вам написали письмо, вы должны ответить. Сенат принял решение по резолюции, правительство должно ответить. Вот правительство отвечало на эти резолюции. Они говорили, что это мнение Сената, и это мы как бы не разделяем, правительство Франции не разделяет это мнение. Это очень важные элементы в дипломатии. Сейчас этого ответа нету. И в нашей ноте, кроме всех этих вот этих элементов, которые традиционно в нотах, там есть такой момент, что Мовгебельдер, то есть выскажите мнение, вы согласны с этим или не согласны с этим, то есть правительство, с которым имеет отношение правительство Азербайджана. Это очень важный элемент, потому что вспомните Макрона после 44-дневной войны, когда он посещал там какие-то мероприятия, там был там стенд армянской диаспоры, и они у них спросили, он сказал, что вы знаете, Карабах — это международно признанная территория Азербайджанской республики, и вот мы должны как-то с этим жить. Вот. Поэтому мы хотим вот этого, потому что должно быть какое-то правовое оформление этой мысли, а в правовом оформлении мысли они должны признавать. Вот если этого нету, чтобы мы знали бы, как с вами общаться уже в будущем. Да. Поэтому вот эти тонкости очень важны. И, например, да, в азербайджанском обществе есть такое мнение, что нужно там отзывать послов, нужно там демонстрировать, закрывать их фирмы и так далее. До этого тоже придем, если они будут продолжать вот это ошибаться. На данном этапе Азербайджан демонстрирует Франции, что ее однобокая политика, она приводит к ограничению деятельности Франции во всем регионе Южного Кавказа. Значит, это было, по-моему, в конце мая 2022 года в Давосе. Киссинджер высказал очень интересную фразу насчет войны между Украиной и Россией. «Надо, чтобы никто очень сильно не выиграл и никто очень сильно не проиграл». На нас оказывают давление? В чем оно выражается? Не, ну, конечно, оказывают. И, простите, что мы можем сделать, чтобы это давление элиминировать? Не, мы максимум это нивелируем, это давление, потому что нет действий. Ну, к примеру, нет санкций в отношении там, Азербайджана, каких-то чиновников, руководства страны и так далее. Нет санкций. Это во-первых. Во-вторых, все потуги, они ограничиваются заявлениями и так далее. Плюс Азербайджан выбрал такой путь, что мы не отказываемся от посредничества, если эти страны хотят посредничать. Но у нас есть условия. Условия, что вы должны быть нейтральными, что уже ограничивает однобокую позицию стран, которые должны были вроде бы выступать. Во-вторых, президент Ильхам Алиев назвал это честным посредничеством. К примеру, Европейский Союз, он выделил в 10 раз больше денег Армении на послевоенное восстановление, чем Азербайджан. Почему? Они всегда искренне говорят, у вас же есть нефть, у вас есть деньги. Я говорю, что окей, это значит, что мы виноваты, потому что мы более удачливые. То есть так получается. Правильно, да? Они всегда разводили руками, ну вот так. Прекрасный ответ. Да, прекрасный ответ, да. И мы вынудили их, чтобы они увеличивали бы финпакет Азербайджанской республики. То же самое касается американской стороны.
Госпожа Донфрид в начале июня говорила о статусах, о Минской группе ОБСЕ. К началу осени эта болезнь вышла из их организма, и они начали говорить уже о том, что там, взаимоотношения Баку и Ханкенди, они видят по-другому, мы это видим по-другому. То есть Азербайджан не отказывается от посредничества. И все понимают, что какие бы инициативы бы ни исходили бы, возвращаемся вот к первому, да, теме, что если они не находят положительного ответа из Баку, они не проходят. Вот сейчас по Лачинской дороге. Ну, все высказались, ну, адресно высказались, ну, посольство США в Азербайджане, там, Нед Прайс высказался, там, кто-то еще звонил и так далее. Поменяла это ситуацию на земле? Нет. Хотите, чтобы ситуация поменялась бы в лучшую сторону? Вам нужно учитывать позицию Азербайджана. Хотите вы этого или не хотите? Их проблема заключается в том, что в свое время, хотя сейчас не поздно, вот когда армянская сторона начинает вот этими инсинуациями заниматься, знаете, пару раз то его Клара осадила, что вообще-то вы оккупировали территорию. То есть вы должны это признать. Вы уничтожали это самое, там, культурное наследие и так далее. То есть не вы пушистые, не те не пушистые, да, азербайджанцы. Да? Но кто-то же должен вам это говорить. Что вы не миром, да, освободили эти территории. Они говорят, азербайджанцы получили, да, там 5 районов, 6 районов и так далее, 7 районов. 5 должны были на первом этапе получили. Мы говорим, это не этапы мирного регулирования. Ну да, это по-другому это, называется это, вообще. Это война да. была. Да. То есть все аннулировалось. То есть вы должны выйти из этого. А ведь они же после своей 4-дневной войны хотели втиснуть результаты своей 4-дневной войны в мадридские принципы Минской группы ОБСЕ. Что мы так и тогда планировали 5 плюс 2 и так далее. Изумительная гибкость позвоночника. Да, а сейчас Азербайджан не позволил это сделать. Просто не позволил. И поэтому сейчас, кто хочет быть посредником, он должен ограничить себя в однобоких заявлениях и, учитывая реальности на земле, продвигать свою посредническую миссию. Тогда другой вопрос. Историю вообще не делают в белых перчатках. А вот обвинения в нечестной игре мне могут предъявить только если меня поймали за руку. Вот как по-вашему, моральная составляющая самая важная, или ты должен делать противнику, наносить ему вред любым доступным тебе для этого способом? Ловили, да? Нет, я имею в виду Пашиняна с точки зрения Азербайджана. Я имею в виду с точки зрения Азербайджана. Мы должны придерживаться моральных принципов или нет? Мы должны. Почему? А потому что мы не армяне. И да, президент, нет, президент Азербайджана сказал это. Сказал, что мы не должны быть как они после войны. Это очень важный элемент. Что мы не должны расслабляться. Как расслабляться. Это безусловно. Мы должны работать. Мы не должны создавать такую возможность, чтобы было бы какой-то статус-кво. Что никто не должен быть расслабленным. Ни одна сторона, ни миротворцы, ни армянская сторона, никто, что сперва вот мы решим этот вопрос, да, а вы пока подождите. Нет, этого не будет. Этого не будет. Это мы демонстрировали с самого, то есть через пару месяцев после войны, так скажем, когда Армения сорвала первый дедлайн по решению по разблокировке. 11 января заявление 2021 года. Там сроки были указаны. В течение месяца межправкомиссии, в течение другого месяца, следующего, до 1 марта. Проекты должны были быть готовы. Это не проекты, что сидит думать, откуда дорога пройдет. Нет. Все прекрасно знали, что эта дорога должна пройти там, где она была в советское время. Восстановление коммуникаций. А там подсчеты не особенно. То есть, но в принципе, да, все уже готово и без того. Да. Да. Поэтому после первого дедлайна в Азербайджан уже, то есть вот мы заявляем, что мы готовы и так далее, но мы реализовываем. Первая стычка на условной границе была в мае 2021 года. Закрытие дороги Горис-Кафан и так далее. Не закрытие, а там КПП поставили, проверки. И так далее. Они могут проезжать, но нужно заплатить. То есть цацкаться с этим,
Ну, может, у общественного мнения есть такое, что мы слишком... Да, да, есть такое, да. Мнение, что мы слишком мягкие. Да, но мы не слишком мягкие. В понимании, например, того же Запада и России мы не слишком мягкие. Потому что те вопросы, которые задают, например, мне журналисты из Европы, США, там, и России и так далее, они такие, что... А вот вы получили, да, это, а почему вы этот, еще вот это хотите сделать? Вот действительно это. Лично мне смешна даже постановка вопроса таким образом. Да, а вот вы не перестаете вот так-то делать и так далее. Мы говорим, нет, у нас есть повестка, вот мы действуем по этой повестке, потому что это правильно. Это все так должно быть. Раньше армяне и армянская сторона поймут это. Это будет лучше для них же самих. Не хотят, противодействуют, будут, мы будем реализовывать свою мирную повестку посредством применения сил. Вот через 10-15 лет смоделируем ситуацию, что все более не менее утряслось и нормализовалось. Какими вы видите наши отношения с Арменией через эти 10-15 лет? То есть я не имею в виду общение между простым армянином и азербайджанцем на параллели Мамеда и Ашот. Я имею в виду межгосударственные отношения, то есть что это будет? Ровное взаимовыгодное сотрудничество или бетонный забор и ров с крокодилами? Не, ну это зависит от того, пойдем мы по конструктивному сценарию или по деструктивному сценарию. То есть вот этот элемент очень важен. К сожалению, сейчас диапазон возможностей такой, что нельзя сказать, что превалирует то или другое. Потому что на столе есть уже проработанные. Плохо, хорошо, 3 раунда переговоров прошло по тексту мирного договора, предложенного азербайджанской стороной. Победившая сторона предлагает проигравшую, тоже войдет в аналы истории. Наряду с этим есть уже разработанные проекты по деблокировке. Вот у западных наших партнеров, если спросить, столько вы проработали, да, целый год, Шарль Мишель там, время уделял, договаривались. Вы с деньгами в руках стоите, что вы договоритесь, мы будем вкладывать в инфраструктуру и так далее. Из-за одного маршрута автомобильной дороги тема разблокировки не нашла своего решения. Из-за одного маршрута. По железной дороге договорились, по маршруту договорились и так далее. По одному маршруту автомобильной дороги. Потому что армянская сторона не идет на это. Кто-то давит на нее, поэтому тем нет. Если кто-то давит, они как бы говорят, что это наше суверенное решение. Но это суверенное решение на территории, которую они как бы говорят, да, я ответственен за 29, там, 800 и так далее. Но это решение не приводит к миру. Притом мы упустили, например, один год, 2021 лето, 2022 лето. Потому что Пашинян всегда говорит, что там я завишу от рейтингов, там народ выйдет на улицу, может сместить и так далее. Там. После выборов парламентских 2021 года все ожидали, что он начнет принимать волевые решения. И эти ожидания, они были не беспочвенны. Они не наивные ожидания были. Потому что по Конституции Армении после парламентских выборов и избрания премьер-министра в течение одного года парламент не имеет права послать его в отставку. То есть ему дается карт-бланш на реализацию программы правительства, это тоже прописано в Конституции, которую он принял, и парламент согласился его реализовать. И он использовал этот год, да, бессмертия, да, так скажем, да, он использовал этот год для затягивания процесса. Вот с чем мы столкнулись. Компания вот Base Metal, по-моему, которая занималась разграблением наших природных ресурсов, вчера, если не ошибаюсь, заявила о приостановлении своей деятельности. То есть под предлогом того, что нам нужна, видите, международная экспертиза. А что можно сделать еще, чтобы вот финансовая база вот этого бандитского отребья стала еще уже, еще меньше? Не, ну там единственное крупное предприятие, которое работало, то есть в период оккупации, это Кельбаджарское было, потом Ахдаре. Последние несколько лет они эксплуатировали Вежнеалее в Зангелане.
Вот. Основной приход был оттуда. Плюс пшеница 150 тысяч тонн, 50 оставалось себе, 100 тысяч они отправляли в Армению. Электроэнергетика в Кельбаджаре, мало ГЭС, там еще были кучеряновские вот эти биткоиновые плантации. Потом древесина, ну и там скотоводство и так далее. То есть мы это все исследовали, мы знали, там деньги генерировались. Плюс там наркотрафик и так далее, это уже там нелегальные вещи не буду говорить. После войны у них остался только base metals. Скотоводство без яйлах, гашлара невозможно. Ну да, проблематично. Жизнь там может проистекать на 500 квадратных километров. Хотя там говорят 3000 квадратных километров, но там горы. Ну да. Да. Это 500 квадратных километров, где можно где-то что-то строить, сеять и так далее. Вот. И плюс вот эти 11 миллионов долларов, которые выделяет бюджет Армении. В нашей ситуации, вот после нашей победы, доказывать кому-либо свою правоту, например, я считаю совершенно излишним. А вот этот тезис «давайте донесем правду об Азербайджане», например, до сальвадорской общественности, я вообще считаю ненужным. Как по-вашему, нужно или нет? Нужно. И хорошо, а какая практическая польза от того, что муниципалитет Сан-Мигеля осудил агрессию Армении против Азербайджана? Не так утрировалось, да. Но я думаю, что нужно. Потому что, во-первых, у нас есть противник. Притом этот противник — это не только Армения, да? Это в большей степени мировое армянство, да. Которое независимо друг от друга. Даже из Армении не могут не идти эти импульсы, но та же самая Анка в Соединенных Штатах Америки или AAA, они будут это. А простите, я вас перебью. Вам не кажется, что то, что называется мировым армянством, это тоже не актор, а инструмент в руках супердержав? Не сказал бы. То есть, по-вашему, это самостоятельный игрок? Не сказал бы. Достаточно самостоятельная группа, которая иногда бывает, в большинстве случаев бывает инструментом, но они тоже имеют свое мнение. И с этим мнением, например, вот американские послы считаются, потому что есть опыт Мэтью Брайза, когда человека просто лишили должности, полностью его дискредитировали, неоправданно. То есть это вот сюжет для фильма. Вот голливудские фильмы бывают про несправедливость. Да? И если вы помните, во всех этих сюжетных линиях есть слушания в Конгрессе или в Сенате, когда коррумпированные или же зашоренные такие конгрессмены, они сидят, и вот человек, который справедливо выступает, они стараются его вывести из себя и так далее. Да, в некоторых случаях человек говорит проникновенную речь, весь зал хлопает, и этим конгрессменам становится стыдно. В некоторых случаях они выводят... Рождественская картинка такая. Да, в некоторых сюжетах эти люди, которые за справедливость, которые говорят правду, они выходят из себя, и они получают нагоняй от вот этих людей. Оказывается, нужно было по правилам Соединенных Штатов сидеть и молчать. Вот. И вот это все приводит к тому, что в какие-то моменты, например, вот тот же Боб Менендес, да, он глава комитета. Вот они используют сейчас этот период, пока он глава комитета. Вот посмотрите процесс назначения посла США в Армении. Прошел. Ну да, на раз-два. Сейчас мы ожидаем назначения посла США в Азербайджане. Вы сейчас увидите, какой там будет разбор полетов. Охотно верю. Да. Что он там будет вытворять? А вам все-таки не кажется, что это не сколько армянское лобби, сколько его кукловоды? Кто кукловод? Вы имеете национальные в виду? Интересы США, национальные интересы Франции. Нет, я бы не сказал. Нет. Например, Соединенных Штатов Америки с Азербайджаном вообще нет проблем. Ну, кроме понимания демократии и прав человека. Вот по другим темам
Вот по всем тем, да, так скажу. У нас нет проблем с Соединенными Штатами. У нас есть полное совпадение интересов с этой могущественной страной. Так ли уж полное? Полное. По темам безопасности, по темам энергетическим. Мы союзники союзников Соединенных Штатов Америки. В данный период истории, вот условия, вы просто посмотрите, я всегда привожу этот пример, на карту от Северного Ледовитого океана до залива, кто как хочет, персидского, арабского, до залива находятся всего три страны. Российская Федерация, маленький Азербайджан и большой Иран. Да? И если Соединенные Штаты Америки, к примеру, хотят физически участвовать в процессах в Центральной Азии, я не говорю, что Центральная Азия для Соединенных Штатов Америки это в приоритете, но если они хотят там быть, они хотят там быть. Ну да, Бзыжинская шахматная доска. Да. То есть, а как они туда будут пробираться? Да. К примеру, да, вот в Афганистане ISAF, они долгое время использовали аэропорт Ульяновска. Да? После 2014 года они отказались и летели через Азербайджан, Грузию и Азербайджан. Здесь мы в одной упряжке с Грузией, потому что мы без Грузии и Грузия без Азербайджана не имеют какой-либо геополитической и геоэнергетической, да, геоэкономической ценности. Вот пробираться в Центральную Азию через Китай они будут. Или же с юга, там, где Афганистан, самая, в кавычках, предсказуемая, стабильная страна в мире. Значит, получается, что через нас должны. Или же через Иран. То есть наша значимость для Соединенных Штатов Америки и вот перечень тем, по которым у нас сходятся интересы, он огромен. И поэтому у нас есть и военное сотрудничество, поэтому у нас есть и взаимный интерес друг к другу. Но вот этот элемент, мы вот сейчас, вот эта политическая система США, она создает проблемы для реализации внешнеполитических целей и задач. Вот это очень важный элемент, проблема внешней политики Соединенных Штатов Америки. Идеальный вариант решения проблемы или задачи, на мой взгляд, это вот та история, когда Том Сойер красил забор, помните? То есть забор покрашен, все участники довольны, и Том в прибылях. Каким вы видите идеальный вариант разрешения конфликта с Арменией? И вот для нас идеальный вариант разрешения конфликта с Арменией. И видите ли вы его решение вот в будущем 2023 году? То есть, ну, начнем, да, с конца, я так понимаю, завершающий вопрос. Я думаю, что для меня точка отсчета является газопровод из Агдама в Ханкенде, который подписал господин президент в программе «Великое возвращение». Вот от этого нужно отходить, такой обратный отчет вести. 2023 год будет периодом принятия очень важных решений. Те дедлайны, которые были обозначены в решении тех или иных тем во взаимоотношениях с Арменией, они пройдены. Об этом знают все посредники, и об этом знают в Армении. Поэтому Пашинян на каждом совещании говорит, что Азербайджан начнет войну, Азербайджан начнет там этническую чистку, геноцид и так далее и тому подобное. Вот. Потому что он тоже прекрасно понимает, что пришло время для принятия решений. Я думаю, что какая бы напряженность ни была бы в Карабахе, нам очень важен мирный договор с Арменией. Очень важен, потому что у них, я об этом говорил как-то, после 1994 года мы потеряли территории, но мы не потеряли права на эти территории. В Армении, Армения то есть проиграла эту войну, но во внутреннем законодательстве да, это у них еще остается право на эти территории. Мирным договором мы должны нивелировать это право, чтобы в будущем будущие поколения даже не могли бы и подумать об этом. У них не было бы даже внутренних оснований для этого. Получится это, мы пойдем вперед. Не получится, мы все равно пойдем вперед. Но уже с этой проблемой. Вот тогда уже нужно будет строить стену
и не договариваться ни по одной из тем. То есть президент Азербайджана четко сказал, что тем условием для разблокировки является мирный договор. Ну невозможно разблокировку устраивать при отсутствии мирного договора. Да? Поэтому или мы идем по этому пути, или мы идем по другому пути, пути конфронтации. 25-летний опыт показал, что по конфронтационной спирали мы идти можем. Мы заточены на это вообще-то, если честно. То есть мы считаем любую, к примеру, да, любое достижение Армении в экономике, в IT, в Арменикум и так далее, угрозу себе. И то же самое в Армении считают, к примеру, Баку, Тбилиси, как они считают это угрозу себе. Энергетический там, провод из Азербайджана в Европу, они считают угрозу себе. Мы должны, правильно считаю, да, мы должны прийти к такому пониманию, что все, что хорошо для Азербайджана, не всегда плохо для Армении. Или же все, что хорошо для Армении, не всегда плохо для Азербайджана. Почему бы мне, как азербайджанцу, не иметь в соседях предсказуемую страну с экономическим ростом? Вот почему бы и нет? Не, я с вами совершенно согласен. Да? Сытый сосед намного лучше, чем голодный. Да, и, то же самое, потому что голодный сосед, он используемый со стороны третьих сил. Безусловно. Мы же опять же приходим к этому парадоксу, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы правительство Армении реализовывало национально ориентированную внешнюю политику. Лендлок страна, не имеющий выхода к морю. Хорошая, вот она, именно landlocked. Она по умолчанию. Да. Мы тоже landlocked страна. Нет, но у нас-то есть выход на Каспий. А Каспий никуда же не выходит. Ну, окей, да, я не верю. Мы landlocked страна. Мы landlocked страна. Узбекистан, например, double landlocked страна. Есть, чтобы выход... Нужно две страны. Ну, специфика терминологии, которую я не силен. Для нас, например, Грузия является, ну, наверное, самой важной страной. Да. Самой близкой Турция. Да? Вот для Армении важно иметь нормальные, предсказуемые отношения с соседями. Я думаю, что в 2023 году мы уже получим четкий ответ на это, что мы идем по конфронтационной спирали, потому что нам в 2025 вообще-то нужно принимать решение по РМК в Карабахе. Или же мы идем по конструктивной, или по конфронтационной, или по конструктивной спирали. Эти два года, к сожалению, создали теоретическую основу, ресурсную основу. И для этого пути у нас есть плохо, хорошо разработанный мирный договор, разблокировка и так далее и тому подобное. И по конфронтационной, потому что армия там стоит. Да? Там не не показатели мирной жизни. Кто может остановить 100-тысячную армию? Да. Поэтому я думаю, что в 2023 году будут приниматься решения, исходя из этих условий. Какие-то дедлайны уже все вышли, можно сказать. Ну, большое вам спасибо еще раз, Фархад, за то, что уделили нам время. Это директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Еще раз благодарю вас за интереснейшую беседу. Спасибо за приглашение. Спасибо.